Партия «Яблоко» выступает за скорейшее прекращение огня и начало переговоров. Представленный проект бюджета предполагает продолжение специальной военной операции и финансирование из Борис Лазаревич, это не трибуна для политических заявлений. Говорите, пожалуйста, по бюджету. Присаживайтесь, пожалуйста. Не нужно использовать трибуну в своих корыстных целях никогда. Обсуждаем же бюджет города. Если вам есть что сказать, вот, пожалуйста, пресса там, выйдите, скажите.